Гляди, башня. Ого. Сверху можно увидеть все как на ладони. Может. Окей. А я высматривать осаду. Прекрасно. Не то чтобы я из-за него переживала. А стоило бы. В другой раз врасплох мы его не застанем. Вряд ли он от тебя многого ожидал. Погоди, это комплимент? Звучало прямо как комплимент. Его парни идиоты, но Асав... Нам просто стоит держаться от него подальше. Не понимаю, как люди идут за такими, как Асав. Все просто. Он ищет слабых и предлагает им стать сильными. Дает им цель. Цель? А по-моему, лапшу он им вешает. А как ты вообще связалась с Асавом? И зачем? Не будем об этом. Мне показалось, что он на тебя запал. Не напоминай мне. Пригодился в свое время, но... Ну, так рассказывай. Не хочу. А если под рюмочку? Никакой рюмочки не хватит. Куда ты собралась? Со мной полезешь? Я бы с радостью, но... Кто-то должен посторожить машину. Верно. Теперь наверх. Аккуратно. Все нормально? Пока вполне. Еще чуть-чуть. Вот наши три символа. Думала, это займет больше времени. Топор Шивы. Посмотрим. Показывают прямо на хайсальские руины. Старая крепость. Стоит прямо на склоне горы. Сделаю на карте пометку в виде топора. Ха. И что это такое? На будущее. Надо глянуть, что за дверью слезутся. Еще одна крепость. Сразу за теми водопадами. Тебя пометим трезубцем. И, наконец, дверь с луком. И еще одна крепость. Возвышается прямо посреди озера. В этом месте нарисую на карте лук. Надо было найти кнопку, а потом лезть наверх. Ну, не зря слазила. Точно не зря. Нашла три символа. Да ну? Ага. Каждый указывал на одну из крепостей. Именно там стоит поискать. Класс. Так, ты же военный эксперт.
Как тут будет действовать Асаф? Постарается устроить засады на всех подступах и остановить нас. Я бы поступила иначе. Что бы ты сделала, если бы была Асафом? Сбрила бы бороду. Я бы подождала. Дала противнику сделать всю грязную работу, а потом забрала бы бивень, как с блюдечка. Хитро. Практично. Без лишних рисков. Хорошо, что ты в моей команде. Тебе повезло. Странно, что Асаф так не делает. Может, его эксперт знает что-то, чего мы не знаем? Да, тем больше причин провернуть все по-быстрому. Смотри, там грузовик Асава. Вроде никого. Интересный круговой узор. Как на диске. Да, мы в нужном месте. Должно сработать. Глянь наверх. Лук Парашурамы. В башне был такой же символ. Значит, Парушама. Парашурама. Парашурама, да. Так кто он там был? Шестое воплощение бога Вишну. Великий воин. Ясно. Запомнил бы еще все это. Как думаешь, что это было? Сложно сказать. Крепость – странная конфигурация для храма. Наконец-то мы выбрались из этой дыры. Я уж думал, босс только болтать и может. Придержи язык. Извини. Осталось недолго. Добудем бивень, и люди пойдут за нами, как овцы. Да, сама индийская армия содрогнется. Жду не дождусь. Вот на горе! А вот и подмога! Если я начну отсюда стрелять, вам хана! Все, путь свободен. Это не последнее. Снаружи стоит огромный грузовик. Будем настороже. Я бы предпочла, чтобы у нас была хоть какая-то фора. Ничего не поделаешь. Да и не важно, кто начнет. Важно, кто закончит. Это верно. Что это? Храм? Вряд ли. Что-то я не вижу никаких божеств. Давай наверх. За мной! Я их вижу, а они нас нет. Удивительно, я бы сказала. Как ты можешь быть таким спокойным? Не слышал выстрелы? Слышал. Ты зря беспокоишься. Наших братьев обучал сам Асаф. Не, я все равно с предохранителя сниму. А то мало ли. А я и не ставил.
Ты пробовали? Я пробовал. На спусках пил. Потеряли одного! Оружие к бою! Вперед! Найдем их! Это точно. Идем дальше. С языка сняла. Так близко, но так далеко. Нужно открыть ворота. Я к рукояти. Попробуем. Отлично. Видишь другой путь? Сиди там. Или стой. Стой там. Так точно! Прошу прощения. Как ты там? Нормально. Вот ты где. Развлекайся. А, почти добралась. Есть. Вот это да. Спасибо. Идем. Ну ты смотри. И кто бы мог подумать? Говорила я, это ключ. Ай да умница. Ну что, посмотрим. Что это? Древний хайсальский пазл? А, конечно. Я делаю лук. Ну ты смотри. Парашурама. Что теперь? Теперь мы повернем рукоять и глянем, что будет. Рискнуть хочешь? Ну, знаешь... Охота за сокровищами предприятия рискованная. Война в целом тоже. Но если я срываю гранаты Чеку, я хотя бы знаю, что будет. А в нашем деле веселее. Ты слышала? Чувствуешь? Угу. Фрейзер. Что? Посмотри. Охренеть. Там огромный рельеф, вырезан прямо в той скале. А ты боялась, что мы нажмем на рычаг и сдохнем. Да, как хорошо, что со мной дочь археолога. Интересное, небось, было детство. Интересное. Много узнала. Мой папа обожал Хайсалу. И тратил на нее все время. Я же готова ковыряться в руинах только ради выгоды. Понимаю. Я никогда не иду на риск без выгоды. Да уж, наверное. Все-таки рулить армией – большая ответственность. Вторая натура. Компания отца. Я приняла руководство.
Семейное дело? Которое я запорола. Тебе ли не знать? Вы же с Дрейком были, не разлей вода. Ну, это мы в другой раз обсудим. Ну, куда дальше? Над водопадами крепость с трезубцем, а на горе крепость, помеченная топором. Стоило мне уточнить о Дрейках, прежде чем на это подписываться. А тут не о чем особо рассказывать. Я хорошо знаю Нейта. Сэма намного хуже. Он как будто из ниоткуда появился. Давай поищем путь вниз. Хорошо.